Жахливі спогади про те, що сталося з їхнім будинком, тепер у їхній пам'яті назавжди. Як і безсонні ночі у підвалі, гуркіт та розриви ракет та снарядів десь поруч. Навіть зараз, коли вони бачать, що їхній будинок, що постраждав після обстрілу, відновлюють, мешканці однієї з багатоповерхівок у Новобаварському районі мимоволі згадують те, як це все було тоді. Момент я готовила, была на кухне, готовила суп, приготовила суп, с зятем разговаривала. Тут в этот момент слышу, что гудит. Бах, стекла полетели на меня, и все, этот момент. Перепуганная. Бежала на коридор, девочки, давайте убегать в подвал. Наверху же полетели плиты, но слава богу, что тут плиты не упали, что я жива-здорова осталась. Страшно было внутри. Переживание, что вот-вот-вот сейчас или мы все погибнем, или взорвется дом. Этого, необъяснимо. Первые дни мы в подвале спали почти месяц. В подвале, кто, на стулках, кто на чем. Потом уже начали через месяц постепенно приходить к себе в комнату. Спишь, слышишь, что-то где-то это, и бегом опять в подвал. Переживания, боишься, что, не дай бог, она прилетит. Мы все погибнем. В сумке все стоят возле, как говорится, возле дверей. Вот-вот-вот, не дай бог, придется бежать. Переживай, наготовився там. Данная многоэтажка в результате ракетного обстрела пострадала. Пробита кровля, пробиты 4-5 этаж плиты пробиты и пострадал 4-3 этаж. Плиты. Разрушения после удара были очень серьезные. Силами нашего предприятия вначале мы накрыли кровлю временно, для того, чтобы осадки не поступали в помещение. Сейчас сделали капитальную кровлю, сделали перекрытие одно. Осталось еще у нас одно перекрытие. Работы еще много. Мы обязательно справимся с нашей работой. Все сделаем как положено. Ігор Баскаров, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Пабикін. Харківські звістя.